Это не просто озарение, это избавление от мук. Я читала в книжках, что со временем люди привыкают ко всему. Человек, по сути, пластилиновый. Остальное – сущий формализм. Жизнь такая мудрая и длинная, потому влюбляйся и молись. Не мирись с жестокими нападками, пропускай идущих напролом. Чувствуй ветер голыми лопатками и расти по перышку крыло. Кто живет по правде, кто по совести, кто по гороскопу, выбирай. Жизнь кипит, и каждый приспособился, сочиняя персональный рай. Слабый счастлив ахнем и оханем, а безумец лезет на рожон. Это только кажется, что плохо мне, а на самом деле хорошо.